Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». В Зеленограде построят дом по программе реновации. В пресс-службе Москомстроэкспертизы сообщили, что в Зеленоградском районе Крюково построят дом по программе реновации. Об этом передает РИА Новости. Отмечается, что в трехсекционном доме будут находиться 240 квартир. Объект появится на Георгиевском проспекте, владение 1936. На данный момент ведомство уже согласовало проектную документацию, уточняется в сообщении. Напомним, что программа реновации, утвержденная летом 2017 года, предусматривает переселение более 1 миллиона жителей столицы из старого жилья в новые квартиры за счет города. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!